Какие рисунки на стекле получились, капельками на парковке стоял, и вот они накапали, значит, там человечек, здесь человечек, у него шарик в руках, и здесь, не знаю, что там, человечек сидит, не сидит. Вот такие вот интересные получились рисунки на лобовом стекле, это капельки капали, и здесь тоже шарик, видите, это капельки капали на паркинге. В паркинге машина стояла, там многоэтажный паркинг, с верхних этажей накапали вот такие вот рисунки.